Всем здорово, рыбаки! Сегодня наш путь лежит на речку Нейрин, где мы будем выполнять миссию исследования. Нам предстоит поймать золотистого шайнера, синежаберного солнечника, черного и белого краппи, красноухого солнечника и обыкновенного солнечника. Ну что же, поехали! Начнем выполнение на локации «Лесное очарование». Подбегаем к коряшкам. На другом берегу у травы обитает черный краппи. Попробуем поймать его на червячка, забрасываем туда подальше. А на удочку ставим мотыля и будем ловить у этой ближней травы солнечников. Первая поклевочка, и вместо ожидаемого краппи к нам приходит золотистый шайнер. Решив полакомиться мотылем, красноухий солнечник попадает к нам в садок. Для поимки черного краппи я поставил крючок номер один, живца, и сделал заброс к той же дальней траве. Почти сразу же поклевка, и стало видно, что это далеко не краппи. Какой-то огромный бегемот схватил моего живца и не хотел отпускать. Ну и я решил сражаться до конца. В итоге это оказался огромный оливковый сом, которого мне пришлось выволакивать на берег. Ну и потом я его отпустил, потому что он просто не помещался в мой садок. После поимки такого гиганта я бросил затею ловить черного краппи на этой локации и отправился на локацию «Удачная парковка». Здесь тоже есть два места, где растет трава. Донку забрасываем влево, а удочку забрасываем вправо. И вот как раз с правой стороны к нам пришел долгожданный черный краппи. С другой же стороны этой травы меня ожидал трофейный обыкновенный солнечник. На фидерную снасть и живца белый краппи не хотел ловиться, а вот навозные черви ему понравились больше. Здесь же на этой локации я поймал золотистого шайнера и красноухого солнечника. Соответственно, начинать можно было прямо здесь, и здесь бы мы поймали всех нужных нам рыб. Всех, кроме синежаберного солнечника. За ним мне пришлось отправиться на локацию развалины усадьбы и бежать до упора в правую часть локации. Как оказалось, у этих водорослей и обитает наш синежаберный солнечник. Он прекрасно клюет на мотыля, так что был пойман почти сразу.
А мы с вами выполняем миссию, получаем награду 1300 серебра, 1 биткоин и наживку креветки, которые пригодятся нам для выполнения следующей миссии. А я на этом с вами, ребятушки, прощаюсь. Спасибо за просмотр, не жалейте лайки. До скорой встречи, всем пока!